Приветствую вас. Как я понял, проблема заключается в том, что вы не можете нормально, адекватно выстраивать отношения с молодыми людьми. Вы ведете себя с ними истерично, придирчиво, эгоцентрично, эгоистично и довольно категорично, а также капризно. Проблема такого поведения связана в первую очередь с тем, как вы сами себя чувствуете. А что это значит? Вот, как это понятно? Дело в том, что вы, сами того не замечая, возможно, бросаетесь из одной крайности в другую. Что это значит? То вы, считаете себя правы во всем. То вы, наоборот, считаете себя неправы ни в чем. Ну вот, когда вы уходите от своего молодого человека, пытаетесь уходить. Ну, наверное, вы считаете в этот момент себя правым. Хотя, знаете, в глубине души вы все равно будете остановлены. Так вы проявляете свою значимость. Понимаете, значимость для вас, именно значимость для вас, достигается только путем вот такого поведения, а только путем такой вот модели поведения. По-другому вы не можете почувствовать, что человек, например, вами дорожит. Истерики являются естественным продолжением данной тенденции, и связаны они с вашим болезненным желанием внимания к себе и проявлением, то есть у вас есть желание, чтобы к вам проявляли больше отношения, чтобы к вам больше позитивного отношения, чтобы к вам проявляли больше, может быть, любви, ласки, тепла, нежности, заботы. И это следствие неуверенности в себе. И следствие это восприятие себя. То, как вы себя видите, то, какие у вас представления о себе, и определяет подобную линию поведения для вас. Возникает вопрос, а откуда появились такие представления о себе? Ответ на этот вопрос довольно неприятный. Это, во-первых, родители, детско-родительские отношения, отношения в семье. Оттуда же появились и ваши элементы модели женского поведения, либо как
подражающие модели, либо как реакционные модели. И последующие базирующиеся на этом неверные понятия о себе, неверные знания о себе. И отсюда такая вот у вас модель поведения. И надо сказать, что для того, чтобы ее изменить, необходимо проработать как раз-таки все. Вот то, о чем я вам сказал. И это, вот то, что я сказал, реализуется через работу с психологом, действительно, как вам и донес мой коллега. Вот. Можете сами продумать этот вопрос, можете выбрать любого эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним. Ну а я желаю вам всего самого доброго, удачи, пишите, если что, и буду благодарен, если вы сделаете мой ответ лучше. Удачи вам!